Участие в первой ярмарке этого сезона приняли порядка 250 производителей. За покупателя боролись качеством продукции и политикой ценообразования. Стоимость в среднем, как и было обещано, на 10-15% ниже, чем в магазинах. Сегодня у нас, как обычно, приезжают все практически муниципальные образования сельскохозяйственные, которые представляют продукцию малофармхозяйственную, потребительских кооперативов, пищевые перерабатывающие предприятия, соответственно, фермеры. Конечно, очень важно, что здесь присутствуют в том числе и личные подсобные хозяйства, и представители дачных садовых товариществ. На выбор широкий ассортимент товаров собственного производства, свежий урожай овощей и фруктов, мясная гастрономия и полуфабрикаты, рыба, молочная продукция, саженцы плодовых деревьев, мед и чайные сборы с травами, чтобы поддержать иммунитет организма витаминами в пору осенних ненастий. Отдельный повод для гордости – изобилие всевозможных сыров от ульяновских производителей. Сырное производство у нас в России и в частности в Ульяновской области вышло на очень высокий уровень. У нас сыры очень хорошего качества. Наши сыровары ездят в Европу, в Италию обучаться. Ну, после 2014 года, когда у нас всю продукцию из Европы перестали привозить, наше производство отечественных сыров вышло на принципиально новый уровень, и сыры у нас великолепного качества. По примерным подсчетам, ярмарку посетило около 10 тысяч ульяновцев. Следующая, вторая из 12 запланированных на эту осень, пройдет в эту субботу, 30 сентября, в Заволжском районе. Торговые ряды разместят на Ульяновском проспекте.